Затянуло процесс подключения газа агентство топливно-энергетического комплекса. Между этой структурой и Сочигоргазом произошли разногласия. Тем временем в Адлерском районе 30 населенных пунктов, жители которых с нетерпением ждут прихода голубого топлива. Мы с вами договаривались, что 15 сентября каждый, послушайте меня, сидели главы районов, и я давал им поручение, главам сельских округов, что вот вы на этой улице здесь посадите представителя Горгаза, который будет выдавать технические условия, сразу же будет рекомендовать там подрядную организацию, которая произведет подключение. Вот так мы договаривались. Везде так договаривались. Ну, мы даже речи не вели, что вы не создадите условия. Главная проблема в отсутствии согласованности среди предприятий. Кто именно должен выдать тех условия, с какими правками и в какой срок, представители компании затруднились ответить. Глава города потребовал от всех структур, задействованных в подаче газа в домосочинцев, в ближайшее время найти совместное решение проблемы и полномасштабно заняться работой по газификации сел Адлерского района Сочи.